Добро пожаловать на канал Народные Советы. В этом ролике я поделюсь рецептом отвара, который помогает при неврозах. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Мяту перечную смешать поровну с полынью, фенхелем и цветом липы. Одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка. Настоять 1 час и пить по стакану утром и вечером. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!